На территории дома отдыха «Сокол», принадлежащей Министерству обороны Российской Федерации, утром был обнаружен труп мужчины. По предварительной версии следствия, возможно, криминальный. Страшную находку обнаружил дворник дома отдыха «Сокол». Утром, как обычно, он собирал мусор на берегу моря. В воде увидел бездыханное тело мужчины и немедленно позвонил в дежурную часть управления Министерства внутренних дел города Владивостока. На место ЧП прибыли полицейские, следователи и судмедэксперты. Приступили к осмотру трупа. Он был несколько метров в воде. С воды торчали ноги, получается, как бы это самое. Руки вытянутые. Белый пакет, там зарядка, это дополнительные документы, что интересно, нашли у него все это, то есть что за, и причем, когда меня опрашивали, ну, то есть я сказал, что выходил вчера тихо, спокойно, все тоже соседи тут тихо, спокойно, и все это, никаких ни шумных компаний не было, ни следы борьбы. У него были сдвинуты ноги и связаны ноги скотчем. Руки свободны были, вытянуты вперед. Правоохранители обратили внимание на одежду мужчины. На нем красовались джинсы, светлая рубашка, замшевая куртка, на ногах кроссовки. В руках погибший держал белый полиэтиленовый пакет. В куртке полицейские обнаружили водительское удостоверение. Установили личность погибшего. В интересах следствия его данные не разглашаются. Известно лишь, что парню было 23 года. Предварительная версия полицейских – труп криминальный. Говорят, что, вероятно, его скинули где-то либо с моста, либо с лодки. И все это. В руках была сумка, одет очень хорошо, все, следов борьбы не видно, то есть тело чистое, и никто ничего не понял. Здесь закрытая военная территория, поэтому никого сюда не пускают. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, отрабатывают различные версии возможного убийства.